Разин Степан Тимофеевич родился приблизительно в 1630 году. Донской казак, атаман войска Донского. Стал во главе восстания в 1670-71 годах, которое считается крупнейшим до Петровской России. Фамилия Разин произошла от прозвища его отца Разя. На пике восстания авторитетный атаман собрал под своими знаменами более 200 тысяч воинов. Многие города открывали ворота перед Степаном Тимофеевичем, хотя теплый прием бунтовщику мог привести на плаху. В ходе восстания казакам Разина не раз приходилось сражаться с уральскими казаками, которые сохраняли веру царю и отечеству. Разина, как много раз было в истории, предали близкие ему люди, атаманы, в числе которых был и его крестный отец. После нечеловеческих пыток Степан Тимофеевич был казнен на Красной площади. В России установлено 4 памятника Разину, сняты 5 фильмов о его бунте и сочинено много песен, 15 из которых дошли до наших дней. Самая известная наверняка знакома всем. Из острова на стяг